У меня появилась такая банкнота 2000-я, и это приложение, смотрите, что делает. Рисунок в 3D превращает. Тут ракета. Тут планеты, вокруг ракеты крутятся. Ракету поближе разглядеть можно. На ракете что-то даже нарисовано. Так, а если перевернем? Так, с этой стороны мост. Машина ездит. Машинки, машинки. Там еще корабль где-то был под мостом проплывал. А вон плывет. Плывет кораблик под мостом. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Надо было ее поближе разглядеть. Машинки есть. Одни грузовики, что ли? Сейчас кораблик подождем, когда поплывет. Вот он плывет. Уплыл. А, поворачивать и так можно. Там нарисовано. Ух ты, планета как близко пролетела, чуть не врезалась. Вот планета, посмотрим поближе. Эту планету. Как-то так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.